Даже те, кто в школе не любил такой предмет, как химия, не представляют без нее обычной жизни. Буквально все предметы вокруг связаны так или иначе с химией. Специалисты в этой области науки в последнее воскресенье мая отмечают свой профессиональный праздник. Дату определил указ Президиума СССР в 1980 году. Работники отдела физико-химических исследований общества «Газпром добыча на дым» контролируют качество основной продукции предприятия – природного газа, конденсата газового стабильного. Также ведут испытания нефтепродуктов, оценивают качество питьевой воды, проверяют состав сбрасываемых сточных вод. В целом выполняют графики лабораторного контроля для филиалов общества по всем исследуемым объектам. Любой продукт, который мы выдаем, он должен быть подвергнут вот химико-аналитическому контролю. Даже мы, когда приходим в магазин, мы все равно смотрим состав, да, а тут получается, что мы выдаем продукты, конденсат, там, например, нефтепродукты. Естественно, мы должны подтвердить их качество. А еще химики общества внедряют в производство новые приборы и оборудование, осваивают новые методики. За 2017 год отдел физико-химических исследований выполнит более 300 тысяч аналитических работ. Как аккредитованный испытательный центр, этот отдел ежегодно подтверждает достоверность выдаваемых результатов измерений. Другими словами, участвует в межлабораторных сравнительных испытаниях. Оценка положительная.